15 сентября, хорошо там. Поэтому время, наверное, мы уточним дипломатическими каналами. Например, на этот отрезок или почти то, что было. Ну, давайте тогда сентябрь. Например, мы готовы в начале сентября. Например, как вас 2 сентября? 2 сразу Бектеп Мехим. 1 не. 2 сентября это пятница. Или можем там 7 сентября среда. 9 сентября доехать. Полда пятница. 9 сентября. Ну, точную дату пусть уточнят, по графику посмотрим. Первая декада. Первая декада. Михаил Иванович, ну вот конец августа лучше был бы, поверьте. Я же хочу вас заманить, чтобы потом вы тоже как тоже там построили резиденцию, там жили бы. Ну давайте последняя декада августа, первая декада сентября. Лучше МИДы согласуют. Да, мы просим последнюю декаду тему августа. Поддержим Алмазбек Шаршевича, да? Спорт. Мы предлагаем, Александр Иванович, провести национальные спортивные игры под этой эгидой. Улуттук спорт ойындары. Мы вам сделаем игры кочевников, покажем. Обязательно. Хорошо, договорились тогда. А может 25 тогда августа? Вот сегодня бы определиться. Это, например, четверг, 25 августа. Как раз останетесь потом, заодно отдохнете на выходных. Саныч любит там отдыхать. Аргумент, мы узнаем график, поэтому пусть медаем, согласуем.